Всем привет! Погнали, проходим дальше. На этот раз карьера будет на газонокосилках. Пришло время ежегодной деревенской ярмарки, и вас приглашают продемонстрировать навыки безбашенной езды на газе на косилках. Покажите фермерам, кто здесь главный, и вы получите лучший инструмент для стрижки газонов. Арена. А разрушение. Время 3 минуты. Задний привод. Сменить машину недоступно. Оно и понятно. Отключена функция тюнинга. Ага. Еще бы. Это что такое? Ой, она не поворачивает. На. Полетел. На. Уничтожен. На, блин, чувак выжил. На, полетел. Стой, 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 стой. Опасное столкновение. Скорости не хватает. Крязь. Иди отсюда. Блин, я его обратно поднял на ноги. Оба-на! Давай, переворачивайся! Выжил! Ого, как он подлетел! Камера не самая удобная. Тут бы охота мышкой осматриваться. Но, к сожалению, нету. Только лишь кнопки направо-налево. Есть контакт. Полетел. Они что-то тут все задом ездят. Кого тут? Блин. Какие-то они все юркие. Хрен попадешь. Ай, они тут газон косят. Куча народу выехала покосить газон. Эх, мимо. Разбейте 5 штук оппонентов. Ага. Попади тут в них. Так, да где они тут? Их тут целая куча ездит, и невозможно вмазать. Позиция первая. У меня якобы показывает первая позиция. Уничтожен. Эх! Не перевернулся. А, давай. Ему бы ускорение. Это ведру побольше. Стой, 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 стой. Блин. 5 соперников. 6. О, лидер. Нормально. Открылась херня какая-то. Куча всего открывалась. Награда. Газонокосилка. Ее надо в гараж поставить.
Успешно. Всего один заезд в этом задании. Коротенький. Кредитов. Где кредитов? Что-то я не вижу, что кредитов дали. А что тут желтая, а тут зеленая пипка? Непонятно. Так, дальше что у нас? Некоторые закрытые. Закрытые, потому что нет якобы автомобиля. Класс С. Но, действительно. Погнали. Подожди, а почему класс С? Здесь класс С есть автомобиль гаража. Тут класс С нету. Почему? Какой-то другой надо. Все регионы. Тут все регионы. Что такое? Или очков не хватает? Наверное, очков не хватает. Погнали! Земляные дьяволы. Где? Где? Сколько тут заездов? Непонятно. На эту машину я так и не затюнил. Битва в каньоне. Как она название, это как звучит. Ух ты, прогресс. Раз, два, три. Тут четыре, тут два. И финальный кубок. Такое ощущение, что будет долгая гонка. Тюнинг, тюнинг. Ладно, оставлю как есть. С прошлой настройки. Ладно, хоть не последний поставили. О, 24. 24 ведра на трассе. Сейчас будет. Ух ты, это же восьмерка. Тут вообще можно же не доехать. Столько автомобилей. Да, еще и с этими, с подпрыгушками. Самое страшное тут кому-нибудь на спину прыгнуть. Потому что можно сразу перевернуться. Пятый. Я даже кого-то обогнал. Не верю своим глазам. А, еле быстрее. Ох ты, как он вмазал пол машины, разнесло. Уйди, уйди. Я первого догоняю уже. Надо было машину затюнить. Ну, хотя и так едет. Главное ее не размазать, чтобы хватило доехать. Тормози! Что-то он едет быстро. Надо подтолкнуть ему. О, помог. Я вырвался на первое место. На последнем круге. Отлично.
Битва в каньоне. Полуфинал. О, ну хоть тут нормально поставили первым. Надо было эту передачу короткую поставить. Какой там грохот? Жесткий. О, они там кучу малу сделали. А она не торопится. Они все тут дружненько едут кучкой. Лучший круг. Едут там, скачут. Как-то удивительно, никто на встречку не выскакивает. В прошлых частях были случаи, что они по встречке ездили. Мне кажется, трасса тут маленько шире. Как есть шире. Все, финиш. Ну, первый-то нормально, когда стартуешь. А что-то запчастей мало. Они целые, что ли, ездят. Тут обычно должно все в хламе быть. Ух ты, 6 кругов. С чего бы это? Только что 3 было круга. Вдруг 6 сделали. За 6 кругов можно машину устряпать. Уродненько. Ого, какой там звук. Этот второй, наверное, хочет, чтобы я его подтолкнул. Здорово гонит. Он один там такой специалист. Остальные все идут кучкой. Грохот такой стоит. Под 120 километров по этим барханам скакаешь. Удивительно, еще подвеска не выпала. Небольшой отрыв даже получился. Блин, тут камень такой. При входе в этот поворот. С правой стороны камень. Стенка. Надо перекрестную трассу. Вот там они точно будут расколачивать машины.
Что-то никто не так и не выехал на встречку. О, чей-то бампер. Кто потерял? Что 6 кругов, что 3 круга. Как-то одинаково. Просто дольше ехать. Они все равно тут не колотятся. Так, открывать расширитель крыла. Поздравляем. Что-то ни одно бонусное задание не получилось выполнить. 0 из 2. Ну ладно. Легкая была трасса на газонокосилках. Понравилось больше. Особенно они с газонокосилок там вылетают. Ну а на этом все. Комментируйте. Всем пока. До новых видео.